С вами канал Улица Москвы. Мы на станции метро Окружная, Южный выход. Ну, он, собственно, пока что тут всего лишь один. Северный выход на данный момент строится. Сейчас пройдем в метро. Туда прямо находится железнодорожная платформа, станция МЦД. И далее станция МЦК Окружная. Вот. Люди переходят пока что по улице, пока северный выход не запущен. Там строятся сейчас эскалаторные наклоны. Станция все-таки достаточно глубокого заложения. Час пик уже прошел, почти 7 вечера. Ну, я имею в виду на вход. На выход-то сейчас люди едут как раз. Еще глубокая станция, следующая за ней верхние лихоборы также будет глубокой, а мелкая с северной стороны только лишь Селигерская. Так, ну ладно, поедем на следующем поезде. Пока посмотрим прибытие поезда на Селигерскую. Так уж много тут и выходит, несмотря на то, что пересадка на диаметр. Но она на самом деле удобнее, конечно, на Тимирязевской, поскольку от нее не надо дополнительно идти по улице. Пока не открыт северный выход, с Окружной идти надо там. МЦК тоже больше на Владыкина любит. Вот здесь будет северный выход. Пока что тут только изображение эскалатора. Ну что, будем ждать. Будем ждать наш поезд.
сторону центра станции Зябликова. Редкие довольно вагоны, номерные 6К, по-моему, они называются. И они есть только на этой линии. Еще такие вагоны вроде бы ходят в метро Нижнего Новгорода. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровско-Разумовская. Платформа справа. The next station is Petrovsko-Razumovskaya. Doors will open on the right.